Иванчик что-то ушел совсем далеко. На километр? А да зачем потому туда что вообще в прошлый идти? раз мы там высаживались, и есть вероятность, что они там же будут. А так легче будет обойти и выстреливать. Ты пока до туда дойдешь, они уже на земле будут. Да я обойду вас постараюсь. К концу миссии только подойдешь. Лучше рядом где-нибудь сядь. Мазохист. Далеко очень бежать, серьезно. Он на его пойдет, пусть идет. Ладно, будет баланс зато, раз не играет. Вот там уже баланс. Геолога играть, я ушел. Искать. Аллахота. Ну опять раз и не работает, ПЗ. Сочувствую. Вообще. Попробуй починить. О, у меня на пистолет, ну давай. Ой, на КВ. Я работаю. Ад-ра-та-та. Проверка связи. Там ДВшка нужна. Зачем мы все в одной точке все лазим? А-бе-бе. Паша! Где? Я тут. Забери мины, я на дорогу скидываю. Забирай. А там кого-то там шмонает. Все, ухожу на Тунгуску. Вы, кстати, смотрите на небо, они уже полететь могут, в принципе. Ни Христа ему нет. Я чувствую. Вы их видите? Нет. Ставлю Понза. Да. Напрягите свои чакры. Они уже на подходе. Одну поставлю. А ее же загубить можно же? Да, да, можно. Только перед. Не во время растяжки, если ты растяжку еще не растянул. Да, 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 да. Вот как с этого говна я буду. Ты это ли. Есть контакт. А где? Юго-запад. Юго-запад, Лализаровский, по-моему, эти херовины. Один парашют. Так точно, вижу. Еще один. Там... Наблюдаю. Еще один, слышите? Еще один. Еще западу, к западу два. Азимут от вас двое сколько? Севера. Севера. 360. 300 от бензоколонки где-то. Вижу Иванчика. Это парашюты еще? Парашютом. Сзади на севере парашют один есть. На севере два. Поставил парашюта, метки. Я их изучать буду. Метки на бомбу поставил, на ПМЗП поставил. Еще один. Точно. На севере? Трое, да, на севере. Слышал? Держу. Да. А на юго-западе сколько было? Так что аккуратнее ходи. Выход только вот на дорогу. На северо-западе на дорогу два. Только. Так погоди. У меня да, есть. Да, за ворак. Вернее, у меня нет, но мне не надо. Это только у меня они так рывками передвигаются. Не знаю. О, еще один залет. Раза, я пошел на заправку на противоположную сторону. Там как раз я смогу смотреть на
Откуда могу зайти еще к нам? Я уж не рядом. Постреляю сразу. Иванчик живой? Вопрос, кто там? М-ки кто стреляет? Из трубы кто стрелял только что? Паш. Меня. Свой из трубы стреляли? Нет. Этот свой бегает там, вы чё? Там свой бегает. Я просто со стороны выстрелил. Эй, я сейчас как выстрелю, вы чё, чуть не убили? А нафига вы вдвоём туда поверли? Втроём уже, вы чё делаете? Народ! У меня у одного тупой звук у М... Да не, нормально. У меня такой этот глухой звук. Ванильный? Да, как будто вы... На горе наш. Сейчас я что-то включу, послушаю. На какой горе? Азимут? Азимут какой? Которая северо-восточная. Прям на хребте наши двое там. Один у камушка. Да, еще у камушка лежит один, правее. 20. Меточки, это если я, поставите, будет вообще идеально. Во-во-во-во, прости, вон. Кривер, поставил на метке. Я, если что, медик, могу побежать, полечить. А на юге никто не видел противника? На север видел. Смотрю на юг, вижу, но... ничего не вижу пока. Предположительно мертв. Вайбер выключен. РПГ. Я опустил. Блять, вы. А ты туда кинул ее, там правее вообще-то от других камней. Там тоже чувак там. Вон тех камнях. Да, да, да. Возле запавшим камнем там был тип. Все, кончил. Флаг лежит там еще. На вершине. 340. Иванчик на свет. Чемак поставил, вроде не работал. Да, да. Ауди, можешь посмотреть, что с запада есть кто-нибудь, нет? Запад? Да, дорожку западную. Есть. Один вот приземлял. И убили. Убили, походу. Его хотя бы. Тебя я уже не стреляю, это сам рядом со мной наш кто-то еще стрелял. А, репит стрелял с пулемета тоже. Вижу противника с юга. Один а с юга вообще один должен быть. По зеленке? Еще не зашли до зеленки. Четверо было, лепит. Четверо, да, двое в минусах. Двое в минусах, да? Минус. Метку на южного противника. Ну, значит, еще должен. Вон над холмом на 10. По-моему, башка торчит. Кто с ГП работал только что? На 10? Да, да, на 10. Да, башка. Кто с ГП работал только что? Туда, что ли? Куда я? Правей, правей. Да-да-да-да-да-да, вон. Или это пенек, хер пойми. А бошка вроде бы. Побежал, побежал. Азимут 320 от репита, блин, ну я правее вас. 320, ребят, 320. Метка по возможности. Или... Пулеметчик. По низине он побежал или...
Нет, на хребте, где последнего завалили, второго завалили, вот он возможно... А сколько уже слили? Репит, мы его не завалили, он живой, оказывается. С юга они подходят, вы приняли? Да, я смотрю. Репит, я на север выдвину. Давай, я тоже туда, Хаттаб. Примерно моя метка. Понял. Направляй меня, Хаттаб, где там? Ну, ты идешь туда, куда ты гранатомета лупил? Да. Бежит, вижу. Где? Вниз пуск. Азимут 330 по хребту, на хребет забежал. Попугайте его немножко. Я к нему. Кто стреляет? Вы помните? А кто это спускается с хребта? Спускаюсь. Я сейчас лупил с поля. С юга. С южного? Вы там два пулеметчика легли. Нет, там не с юга я спокойно ешу. Он забежал в дом. Тимак, так ты где, на севере или на юге? Да, по-моему, Тимака уже слили. Да. Хаттаб, вот тут, да, где-то был? Не, по мне, Не, левее был, левее. Дальше. Да, вот, да, по-моему. Я сейчас смотрю, справа ведь. Нет, назад. Вот туда, куда ты сейчас пошел. Тут у нас снайпер организовался. Где-то с 300 бьет. 320-300. Еще М-ка есть. Смотрите, я на связи, если чё. У меня сейчас, возможно, того. Угу. Я в камни тебе убежал. Понял. Чё, мы без двига будем? Ну, сейчас, да, давайте сделаем, сейчас лучше. Видите меня? Да, возле камня. Ждем сдвига. Я дальше двигаюсь. Написал. На восток. Сюда. Ты кричи, перестань. Да я ему ору, он перестал после того, как я уже в космос подлез к нему. Да я тоже тебя вижу. Прикрой меня, я сейчас, блядь, спину свои же на. Спину, а почему в спину-то, где со спину? Меня Махно стрелял. Понятная херня на, сейчас скажу, на западе 280 где-то от тебя. Где прошлый противник. Вижу, бегает. Ушел. Убил. Хаттаб улетел. Пит, ты меня веди. Пошел его шмонать, я его уже... У меня Иванчик. Что Иванчик?
Блин, а у нас есть медики? Я тебе об стену ногу сломал. Да-да. Нормально. Ну, снайпер это Аздоник, наверное, долбит. Сгарри на 220. Кто это там на 60 залил? На 200... 220? 230. Рядом МК. Я стреляю. Предлагаю вернуться обратно в город. Северный. Возвращайтесь, ребят. Меня сейчас, возможно, вынесу. Там снайпер справа, возможно. Уходи сюда, на этот. Кто кричит? Сейчас я облутаю этого. Тебе нужна помощь? Рекант, ты вынес на моей метке. Мочи. Паш, кому нет? Да я не знаю, но тут крит раненый кричит. Я сам медик. Ты... А кто это бежит вниз? Враг? Брак. Брат, перехватил, слышу, роды. Дай чисто. Замолчи, враг, бро. Сто, что пятьдесят. Шифровка здесь нам не поможет. РПГ. Мим. Я могу Хунтли запустить, посмотреть день. Это майн метки на 10, на гребне там сидит. С Хунтеля я не наблюдаю вообще никого. Вижу западный вход в город. Двое карабкаются на север в гору. От дороги. Метров 50. На север в гору. Западный въезд. О, я шпинул. Серег, меня ко мне они, наверное, поднимут. Прям рядом с Тунгу. Азимов как? Что с Тунгуской рядом? 350. Один рашит вас, слышите, по... Где ПЗ? Запада, не. Блин, я даже... Там вроде еще один парашют вот пустился. Вот синий квадрат там. Одного вроде убил, там второй. А кто с меткой ПЗ раненый есть?
здесь? Да. Да. Но его больше нет. Это хорошо. И СВД у него больше нет. Я с севера иду, так что не убейте. И у них радиомолчание. Походу сдвиг. Там дикий какой-то бегает. Американец. Я могу, конечно, по нему с трубы долбануть. Да с обычного. Кто сейчас лутает на склоне труп? Вот, брат. Спустился на ней. Пехоты сколько, ёпты в город. Со стороны трупа? Со стороны лутальщика? Там король, я сейчас метки. Да. Да, давай. Не вижу я. Я одного снял, один побежал чуть южнее, если от карты смотреть. Не вижу метку ДМС. Метку квадратный этот. Понял. Вот. Там 4 или 3. Ты точнее, ты по мне стреляют. Лай, больно. Кто с горы бежит вниз? По склону бежит. Ранит. Из замки кто бьет? По мне бьет. Скоро. Или... А, то схватит, стрелял мертв. Лич. Что? У нас здесь это я перестрелял. Сейчас перезарядку делаю. Короче, я к дороге спускаю. Кто по склону бег? Я остановился. Махаю в разные стороны. Ты понял, я. Одну вроде да. Я сейчас залетаю к ним, рацию нахрен вырубаю. Да, давай. Гранату кинь сначала. Где они там? А где красный синий ромбик? Куда? РВП тут с вороном.
Раш по центру не удался. Судя по всему, аудитория еще не смог улететь. Граната взорвала. Летает наверх. С горы со склона бьет СВДшник. Еще пулеметы не подобрали. Надо убить сегодняшний ты пулеметчик. Подавление будет. Не могу, снайпер окно держит, я вообще ничего не могу сделать. Пока... Сидим просто. Азимут 35. Что 35? Азимут 35. Камни. Снайпер? Нет, пулеметчик. Ну, там же снайпер. Перелечу. Меня штурмуют. Я его видел, но не успел. Паша, я забежал. Но что-то как. Да я слышал, как граната взорвала. Бан. Не-не-не, это я кинул. Все. Меня потом сняли. Это происходит? Да, взорвали. Тунгус. Одну. А вторую-то они мимо не а побежали. Вторую уже взорвали тоже. Взорвали! Не взорвалось. А ты как думаешь? Она стоит, взорвалась. Пойду я сюда. Да-да-да-да-да! Остань. А чё ты ходил, Паша? Да там помза есть. А, вон она. А, всё, вижу. Сейчас он. Сдоника вижу. Ещё может. Её не взорвали же, не? Они не взорвали тунгуску-то. Нет, она не горела, она целая. Ну, смысле? Она же, да. Нет. Я мимо нее пробежал. Целая она была. Так в нее стреляли. Не знаю, она целая. Ну там что-то горело, я даже. Ну, на труп Никиты, наведитесь, он стоит целая. Слушайте, целая достает. Это что за фигня? Она у меня только что черная была, отвечаю. Че за нафиг? Читы работают. Читы? Да, это сдуни пальца. Оставляйте за собой след. И плевать на то, что он против нас.
Ладно, всем счастливо, я пошел. Ну, они на всех такие. Не очень хорошие четыре. Походу слили от здания Куэн. Конечно. Может, сам догадался. Я не знаю. Да, телепат. Не, ну типа, блин, заломил. С учетом того, что он там сам участвовал в подрыве. Да, практически. Я сам даже дропнул М136, чтобы стрельнул кто-нибудь по скилловье, может в БК, может куда еще. Да. Да. Как он потянул за РПГ на шею. Да, уже не важно. Вот теперь все. Инфу слили, все понятно. Да, я Доник через стены бегает. Ну, да, эта миссия не рубится нормально. Какая-то инфа, если он сам что-то так высосывает. Он шпарит напрямик ему по барабану. Четыре, чбан, все, бань. Мистер Удалус уже, видимо. Амбар вообще не слышал о таком. Блин, даже не посмотрели, сколько у меня.